система питания Golden All Inclusive. Все напитки включены. По-моему, не включены только напитки старше 50 лет. А так, чиво с Red Label, Black Label, Macallan, все виски включены. Джин, текила, любые. Я просто не употребляю, не могу вам точно рассказать. Если сейчас встречу какого-нибудь человека, который захочет мне в этом помочь, обязательно его приобщу к видео. Очень добротно. Самогонный аппарат. Что там? Не пахнет. Не пахнет? Ну точно самогонный аппарат, больше нечего. Это бич-бар. Расположен недалеко от пляжа. Такие прикольные вигвамы. Напитки. Привет! Всем привет! Тут можно курить. Вообще на территории отеля мало где можно курить. Это вот такие приятные мелочи, которые дают плюсы отелю, конечно. Thank you.
В общем, есть все напитки. Кофе, соки. Все, что угодно. Бар у бассейна. Вот возле моста расположен. Бар. Можете прямо в бассейне отплыть, немножко отдохнуть. Кофейня. Это название написано на чашках, на блюдцах. Наверное, это какое-то фирменное заведение. А прям фирменная машинка, да, Сидор, вот это? Или как называется? Чиллер, наверное, или шиллер.
если говорим рядом с кофейней Шиллер, находится бар. Тоже все напитки в полном ассортименте. На роликах. Мераба. Такой шикарный барчик. Чем здесь прикольно? Здесь вот этих маленьких нюансов, которые просто делают это место неповторимым. Очень много. Мираба? Вечером. Это бар платный. Hello. Пока еще идет ужин.
кислорода нет. Панорама ночная. Всем, конечно, советую обязательно подняться сюда. И взглянуть с высоты. Башня Топкапы горит. Там, как обычно, дискотека каждый день. Внизу турецкий а-ля карт. Мардан Палас.